Так, друзья, всем огромнейший привет. Я немного вклинюсь в видео, но не буду их задерживать, о поездках, путешествиях. Есть у людей все-таки, скажем так, пожелание, чтобы звук стал лучше. Я все время старался просто, конечно же, как в Ютубе-то монетизацию трубили и так далее. Стимула вообще не стало. Ну, соответственно, в этом делать. Но я, по крайней мере, покупал микрофон, пытался. Но, смотрите, купил конденсаторный микрофон такого типа. Это Bluetooth, то есть у него есть вставка, которая в телефон вставляется, блок. И, соответственно, он работает. Он микрофон хороший, то есть хорошо, хороший звук достаточно. Я его в автосалонах использую, то есть на улице. Даже достаточно сильного ветра спасает. Но он конденсаторный, и получается, когда ты едешь на машине по кочкам, такие, ну, как бы дребезги получаются. И то есть в машине им снимать вообще невозможно. То есть одни заикания. Сейчас я приобрел. И, кстати, вот эти микрофоны, там, сколько у меня уже, 2 там с лишним штуки, короче, 5 с лишним тысяч мне обошлись. Сейчас я заказал вот такой микрофон, цену пока не буду смотреть. Он у меня получается не конденсаторный, я сейчас забыл название. Ну, тут тоже не напишут, микрофон беспроводной, петличный. Да, не пишут, я забыл название, потом скажу. То есть он, какие есть у нас, конденсаторные есть, не помню. Его я уже протестировал, он вроде как в машине не вызывает вот этих заиканий, но при этом, блин, кажется, голос хуже. Хотя не знаю, вот сейчас я поеду, оцените, пожалуйста, как вам будет голос. Ну и плюс, смотрите, прищепку купил сюда, крепится к панели. Сюда у меня вот так вот вставится телефон. И, соответственно, вот вы такую картинку будете типа видеть. Изначально она у меня выпадывала. Но я вроде коврик вот этот подложил резиновый. Стало более-менее держаться. Хотя до этого не держалось. Но тоже не панацея, фиг знает. Надо проверять, как это все работает на кочках. Посмотрим, может что-то еще подложить. В общем, сейчас я сниму видос как раз, поеду домой, а вы скажите, как по звуку и как вам вот снимать такую камеру. Единственное, минус вот этого прищепки в чем? Я иногда же снимаю, вот налево поверну голову, направо поверну, да, то есть вам так снимаю. А здесь, конечно же, я не смогу, то есть это будет все прямо стоять. Но это можно не всегда использовать, а иногда, в принципе. Ладно, погнали. Проверим. Итак, выехал с работы, телефон закрепил. В новый микрофон. Так. Горит зеленая. Поначалу мне показалось, что как-то с эхо он воспроизводит. Но не знаю. Вот сейчас средний голос говорю, можно вот тихо говорить. Может, все-таки нормально он будет работать. Посмотрим. Вы пишите свои отзывы. Кто меня особенно давно смотрит, то есть голос совсем другой у меня должен теперь стать. Вот, например, предыдущий микрофон, да, который хорошо показывает именно не в машине, а в открытой пространстве, там голос практически не меняется. Ну и если я с айфона снимаю, тоже голос практически не меняется. Сейчас я еду, видите, подергающийся такой, ну, дороги по плитам, вот специально, чтобы проверить, как будет держалка это держать. Если она эту дорогу выдержит, то она и другую дорогу любую выдержит. Но пока прищепка держит, слава богу. По микрофону надо, конечно, как-то придумать, как его закреплять. Конечно, самое удобное это рубашка. Ну и, соответственно, понимаем, что на себя камеру я сейчас не смогу направить, да, потому что она смотрит вперед. Но, в принципе, довольно широко, да, вам видно. Можно, конечно, вот так вот сделать, но так уже не очень. Так, панель видна, машина, торпеды. Вот. Микрофон надо еще вот так направить. Короче, не за каждую одежду еще микрофон можно зацепить нормально. Вот, в принципе, я еду, мне не мешает телефон сейчас. Я еще сам по звуку послушаю, как это будет. Возможно, будет какое-то дребезжание, потому что надо тише разговаривать, либо еще что-то. Но при этом при микрофоне, то есть он у меня получается направленный. То есть не должно вот так шуму машин слышно, как до этого я на телефон снимал. По сути дела. Больше меня. Больше меня, если, например, где-то за плечо все закреплю, то, например, я отец, если что-то будет читать, то больше его будет слышно. Да? Либо брать рукой и цеплять, он что, на прищепке направлять там ролине, либо отцу. И все. То есть они читают, и вам будет громко, машина практически не слышна. Но непонятно, видите еще, что может кому-то наоборот нравится, что машина была слышна, да? Такое ощущение, что сам за рулем. А сейчас, может быть, и людям не понравится. А машины-то не слышно. Тут вот не знаешь, аудитория может разделиться. Ну, в общем-то, как-то так. Пишите, давайте, ваше мнение. Но мне, знаете, я двумя руками сейчас рулю.
удобно, телефон держать не надо, а вы видите картинку, которая прямо передо мной. Все, всем удачи, давайте все обсуждения в комментариях, мне самое интересное послушать, как это будет. Ну, я еще именно вот такой заказал микрофон, потому что здесь, видите, устройство, которое втыкается в iPhone, грубо говоря, есть зарядная тема, то есть можно также с этим же входом, да, Light или как он называется, его одновременно заряжать, то есть он стоит здесь, включен микрофон плюс зарядник. Предыдущего микрофона такого не было. Ну и предыдущий микрофон, да, сюда не подходит. Проводные я раньше пробовал, у меня был проводной. Может, кто давно меня смотрит, знает. Проводной мне тоже не понравился. Был конденсаторный с батарейкой. Ну, такое себе. Постоянно громкость надо было регулировать.